всім селом. Він обіцяв бандитів захерачить крючком. І буде газ дешевше, гроші у хаті. І будем краще жити, ніж поляки по цеваті. Але щось пішло не так у колі депутата. Стала жопа як срака і морда як лопата. Хотів бандитам надавати утишло, але що-то не вийшло. Бо в нього дуже маленький пісюн. Бо дуже-дуже маленький пісюн. У депутатів маленький пісюн. Бо дуже-дуже маленький пісюн. Якщо б у президента була ділда як стіл, він хрен би показав американцям усім. Але ж у президента московська прописка і маленька піпіска. У нього дуже маленький пісюн. Ну дуже-дуже маленький пісюн. У нього дуже маленький. Привіт, підписчики, привіт, случайні зрителі. С вами Егор, это 101 мой выпуск вот таких вот роликов. Спасибо, что вы в большинстве своем прореагировали, писали комментарии, поддерживали меня морально. Мой прошлый 30-минутный опус. Вот. Теперь я, значит, уже в отпуске. Немножечко отлежался 2 дня. Корпоратив с коллегами меня прошел бурный. Ну, не так, чтоб очень, но тем не менее. Поэтому пора браться за дело. Единственное, что, конечно, немножечко это совпало с какими-то материальными нюансами. Вот, поэтому сейчас с потрошиками не очень. Ну, типа, как это известная шутка, которая гуляет в сетях. До Нового года осталось 250 гривен. Вот, типа такого. Но у меня же хрон мой до сих пор непонятно, что с ним делать. То есть он как бы вроде бы и работает, с другой стороны вроде бы некорректно. К сожалению, сейчас не лето, чтобы заценить все его возможности на максимуме, да? Поэтому будем его ценить на минималках. Так, кто много и часто меня смотрел, может узнать это место. Это прекрасная локация, заброшенный песчаный карьер. Вот, судя по моим следам, я здесь один не просто сегодня, а один последний, наверное, неделю, наверное, я здесь один. Это просто, этому нельзя не порадоваться. Идеальное место для того, чтобы открыть пальбу. Так, вернемся, значит, к нашей ситуации вернемся. Значит, когда эксперты высказались в комментариях, выводы напрашиваются сами собой такие. Значит, первое. Некорректная работа возможна из-за того, что повышенная влажность плюс низкая температура мешают ему работать. К сожалению, не имею теплого сарая, и жена не так часто ходит к теще. Поэтому дома стрельнуть не довелось. Может, оно и к лучшему. Я же говорю, попаду в шкаф-купе и буду жить здесь. Или к химику 87 схожу, он там вроде бы шалаш в лесу делает как раз. Скоро к нему поеду в гости. Вот. Так, второй вариант. Некорректная работа прибора может быть из-за попадания излишков пороховых газов, не сгоревших, которые вот обгоняют пулю. И поскольку на дульном срезе им это, ну, они это могут сделать запросто, потому что ствол-то короткий, 2,5 дюйма. Поэтому, грубо говоря, шлейф, да там видно, там какой сквозняк дует, когда я стрелял на столе. Грубо говоря, у меня там какие-то там кульки, там пакеты лежали, что-то. Я так, штась, это где-то с полметра. И там через весь стол идет волна просто, идет, получается, идет тепло, идет какие-то там газы пороховые и так далее. Да, может быть, какие-то микрочастички вызывают глюки прибора. Этот вопрос мы сегодня попробуем отсечь. Тоже, как посоветовали мне наши спецы, огромная вам благодарность. Отсечь эти пороховые газы можно элементарной пленкой, пакетом. Я специально даже прикупил всего лишь 13 гривен. Неплохая инвестиция в мой канал. Рулончик пищевой пленки, которым мы это дело обвернем. И стрельным за димедролинами моими патронами, которые я сегодня вам продемонстрирую. За дело. На стінці Фейсбук знов написали: українці варті того, кого обрали.
пишеш у Фейсбук, але який ти герой, якщо розмір не той, бо в тебе дуже маленький пісюн, бо в нього дуже маленький пісюн, бо в мене дуже маленький пісюн, у всіх нас дуже маленький пісюн. О-о-о, маленький пісюн, о-о-о, маленький пісюн, о-о-о, маленький пісюн, о-о-о, маленький пісюн. Так, во-первых, я демонстрирую, что там у меня есть за патроны. О, вот так вот мой наборчик. Значит так, кобура для скрытого ношения. Смотрим. Как видите, здесь что-то я намудрил. В общем, здесь есть несколько ударенных, которые заполняют барабан для того, чтобы я случайно не бил по каморам в сухую. Вы знаете, что это делать нельзя. Ни в коем случае, чтобы не травмировать боёк. Так, второе. У меня есть вот этот вот малыш чех, не закрашенный. Это обычный, даже не прижатый, стоковый чех. Посмотрим, как он будет работать. У меня есть из старых запасов какой-то слегка покоцанный, короче, задемидроленный охотничьей приправой. Вот эти два, которые зеленым промаркированы. Виталий, мой подписчик, это для тебя. Дружочек, ты всегда переживаешь за это дело. Я, правда, не уверен, что это все адекватно будет снято, но я на это надеюсь. Посмотрим, что оно себе представляет. Так, и вот эти вот два таких тускло окрашенных, вот такие вот, оксидно-красные, да, они такие вот. Вот это, ребятки, интересная штука. Советовали мне подписота. Подписчики мои драгоценные, любезные. Советовали мне такую адскую хрень. Сейчас покажу. Вот. Вот она что. О, вот такая вот штука. Вот такая вот. Вот видите, да? Это строительный патрон. Причем это не просто строительный патрон. Привет красному зданию с моей работы. Это у меня там тоже подписчики есть классные, которые мне принесли вот такие образцы. Строительный патрон, которым уже лет-то лет. Я вам скажу, это патрон 80 какого-то там года. То есть смело 30-40-летней давности. Ну так, 35+. Посмотрим, как это все будет работать на 35+. С виду я его родича разговорил я его плоскогубцами. Ничего такого, все внутри адекватно, чистенько, сухенько. И мне, как мои подписчики раньше писали, что это самая зверская шняга, которую только можно задемидролить. Вот мы и посмотрим. Итак, импровизированный такой пьедестал для того, чтобы все было корректно. Я не знаю, чем не сдует его. Я два раза обвернул. Посмотрим. Включаем наш прибор. Показывает штрих, который бегает. Так. Ну, в общем, у нас тут все должно стоять правильно, по идее. Так, смотрим. Блять, одной рукой так не очень-то удобно. Вот так вот. Смотрим, битым патроном вставляем, взводим. Все должно быть окей. Ну что, давайте отсюда. Так, первый обычный стоковый. Поехали. Нихера вообще. Ладно, дальше. 124 это с охотничьим. Тут вообще пусто было. Это было хорошо. 84,8. 181. Вот это было то, что надо, компрессия. Ну все, 181. Так, первый обычный стоковый. Поехали. Нихера вообще. Ладно, дальше. 124 это с охотничьим.
вообще пусто было. Это было хорошо. 84,8. 181. Вот это была тушина до компрессии. Ну все, 181. Так, теперь немножечко обсосем детали, да? Значит, что получается? Получается, мне советовал один хороший подписчик вот проворачивать пакет. Но я, поскольку это все было немножечко геморройно, это пищевая пленка, и это обтягивать надо, стричевать. Вот. Пакет, понятно, не проворачивал. Надеялся на лучшее. По итогам, при ближайшем рассмотрении, я не знаю, видите ли вы, на белом фоне, давайте возьмем снег. Возьмем снег, сделаем крупный план. Возможно, мой Мейзу каким-то образом поймает, но, наверное, вряд ли, да? Ну, в общем, что я вижу невооруженным глазом? Я вижу между двумя слоями пленки, я вижу незагоревшие частички. То есть вижу крупинки, везде крупинки. Потом, когда я смотрю на дно прибора, через пленку тоже, я тоже вижу фрагменты, крупинки, незагоревшие частички. В общем-то, думаю, все-таки нужен пакет, который проворачивается. Но с другой стороны, почему первый раз, когда идеально одна пуля залетела, да, почему не замерил? Потому что холодно. Короче так, что я вам готов сказать прямо сразу, авторитетно? ИБХ 718 не рассматривайте. Ну вот, захотите вы прибор, да, хронограф? Ну, не нужно брать ИБХ 718, если вы любитель Флобера. Вы видите ли, он ББ меряет вообще прекрасно. Ну вот, я стрелял из пневматики. Может, это связано с какими-то нюансами, когда он там сталь видит, да, железяку, а уже не видит или видит с трудом свинец. Потому что часто даже в комментариях, опять же, я как бы нуб в этом отношении, я хз, а люди пишут, что вот бывает такое, что один прибор видит лучше ББ, не видит свинец, другой видит свинец, не видит ББ. В общем, что-то такое технологически такое вот запутанное. У меня этот самый менеджер, который продавал мне этот ИБХ 718, кричал и пяткой в грудь себя бил, что для пневматики он вообще шикарняо. Ну я ж такой, ну шикарняо, а для Флобера? Та для Флобера тоже пойдет, ну для пневматики шикарняо, типа вау, классно для пневматики. Ну такое, короче. Получается, он, короче, то ли слишком чувствительный, то ли слишком капризный. Но опять же, с другой стороны, давайте, так сказать, будем честными сами с собой. Мы стреляем в холодное время года на улице. С повышенной влажностью, так или иначе. Поэтому возвращать его, конечно, не буду. Не люблю я ничего возвращать. Мне кажется, на что-то он все равно сгодится. Просто я, так сказать, попытаюсь его приручить. Ну, а в любом случае, вы можете написать мне, что вы по этому поводу думаете. Просьба сильно не издеваться и не прикалываться. Хотя мне пофиг на самом деле. Я вообще ценю любые комментарии, если их не удаляет YouTube. Кстати, вы видели, в последнее время YouTube очень сильно взялся за комментарии. Удаляет, блин, все, что надо, что не надо. Ну, сами можете оценить это дело. Такая вот информация пока от меня. Итак, вот он я, ваш Егорка, и вот он ИБХ 718. Советую вам, листайте дальше, не покупайте этот прибор. Хотя, как знать. Ну, просто если существуют машинки, которые в таких суровых условиях, блин, от 0 до минус 3, минус 5 меряют адекватно, все-таки нужно немножечко дать больше денежек, там, пускай какие-то 300-500 гривен, и купить нечто более, скажем так, высокотехнологичное. Вот. Но, как истинный адвокат, ну я ж не лошара какой-нибудь, который купил эту шнягу. Ладно. В общем,
как истинный настоящий адвокат своего ИБХ, хочу сказать, что мои демидроленные патроны были плохого качества, потому что это были какие-то кривые гильзы, которые не влазили в барабан и лежали у меня долгое время. После этого, после моей доработки, а я, как известно всем, гуманитарий, в общем, они в барабан-то влезли, но вы видели, что он мерил. Вот самый последний вариант с порохом из... Это было где-то полгильзы... Это было полгильзы монтажного патрона строительного. Так вот, вот эти последние полгильзы строительного патрона, скажем так, они показали 180 там с копейками, да? Ну, вот так вот вот. Иногда мне кажется, что чтобы провести корреляцию, скажем так, зависимость установить, какую-то кривую вывести, да, какие-то вот привязочку, чтобы установить привязочку показаний этого прибора и реальных каких-то скоростей, все-таки нужно вернуться к аналоговому варианту, найти книжку про коммунистов. Блин, я расстрелял все книги про коммунистов. Про фашистов, про коммунистов, все книги расстрелял. Я не знаю, что делать, честно. И стрелять через прибор и сразу через книгу. Я думаю, в этом есть определенный смысл. Сразу можно вывести, скажем так, ну, понятную корреляцию, привязочку. Можно вывести привязочку, как оно на самом деле действует. А вообще, ребята... О! Ваше лицо... Когда вам говорят, что ИБХ-718 нормальный прибор. Итак, послесловие. Ухожу с этой локации, начинает сереть и темнеть. Всего лишь еще, наверное, трех нету, но тем не менее уже явно чувствуется, что сереет. Так, что я не успел вам донести? Значит, по существу, окончательно испытать его во всех ипостасях, мне мешает отсутствие пачки патронов. Ну реально так. Пачка патронов у меня появится не скоро. Не скоро. Потому что до Нового года осталось 250 гривен. Вот, у меня маленькие нюансы в этом отношении. Поэтому, кто желает, всегда может... помочь, реквизиты есть на патрошике при желании. Вот, а в общем и целом вся надежда на моего товарища Сашка. Товарищ Сашко прикупил себе, как вы помните, мы рассматривали его Safari RF 441M, стреляли из него, что-то там испытывали. Вот. И товарищ Сашко очень сильно хотел, так сказать, модернизировать это дело. Я его, в общем, пытался, так сказать, проинформировать о последствиях модернизации как и для себя, так и для устройства. Как бы сказать, он вроде бы внял моим рекомендациям, но хочу его словить на днях. Я знаю, что у него патроны-то остались у Сашка. Да, патроны у него еще есть. Вот. Нужно словить его и попытаться этот РФ-441 попробовать до модернизации и после. А уже как поможет в этом мой прибор ИБХ-718, это уже покажет история, так сказать. Но я более чем уверен, что если бы я вывел хоть какую-то статистику, то я бы понимал, о чем я говорю. А так-так, а есть 5 патронов, бах-бах, получилось, не получилось, непонятно. Не, это не цифры статистики. Цифры статистики, которые можно делить на 10 и на 100, вот это уже статистика. Так, ладно. И постскриптум. Вы ж не забыли, что завтра, то есть воскресенье, не знаю, когда этот ролик вынырнет, я думаю, я его залью сегодня вечером. Может быть, поздно вечером, может, завтра с утра он будет. В воскресенье у Вали Карповича розыгрыш. Не просто розыгрыш, а розыгрыш стартовика Blow TR 92. Да еще
трех пачек патронов. Один человек выиграет две пачки, и третье место одна пачка. И патроны не просто какие-то, а с Крузан самые клевые, крутые патроны. Поэтому у кого есть стартовики, или кто хочет стартовик, или кто тащится от этого всего, в общем, да и кто просто любитель наживы, скажем так, халявы. Хотя халява слово некорректное. Так вот, кто хочет выиграть эти классные подарки, заходим к Поликарповичу на канал, ссылка будет в описании. Подписываемся и принимаем участие, испытываем судьбу, испытываем свою фортуну. В общем, всем удачи, увидимся на розыгрыше в момент стрима.